В Китае панды-двойняшки в первый раз вышли в свет. Малышам исполнился месяц, и оба мальчики. Их смогут увидеть все посетители павильона больших панд, находящегося в Макао. Ранее сообщалось, что старший из двойняшек весит 1 килограмм, а младший лишь 700 граммов. Несколько лет малыши будут жить с мамой, после чего их можно будет разлучить.